Сейчас пришел в офис и понял, что у нас очень серьезная проблема. У нас сбежала куда-то змея. Все, змеи нет, она сама открыла вот эту дверь. Как-то, типа, она забыли, может, закрыть. И где-то здесь сейчас она ползает. Вот. Очень надеюсь, то, что по вентиляции она никуда не ушла. Но сейчас будем ее искать, по камерам вычислять, как-то смотреть. Вы посмотрите это. То есть, смотрите. Что, ночью было? Время 2 часа. Смотрите на дверь. Она открыла дверь, она решила трекать. Вон она, смотрите, она ползает, вот ее видно прям. Мне кажется, бариков ее найти нету в этом. Нету. Скинь, пожалуйста. Она может быть в стуле. Сама вылезет, да, может быть в стуле. В диване, там где угодно вообще. Так, она была тут, да? Да, видишь, она где-то... Вот она, блин. Блин! Нашли, нашли! Где? Офигеть! Она... Вон, она просто... Я же говорю, она просто вот так вдоль паровозы. Вытягивай. О, да ладно. Она как плинтус? Крипово! Это очень крипово! Я плыл! Бля, хватай ее и все, пока она не уползла. Она ползла. Вот так вот. Она под потолок уползла, да? Вот. Ура! Что было? Ты же укротитель. Давай! Давай, только не урони ее. Не урони ее. Задержите. Давай, братан. Вася. Сейчас его уеб. Все, Сити в безопасности, можете не волноваться.